С тех пор, как меня укусил тот паук, у меня была всего неделя, когда жизнь казалась нормальной. Сейчас я уже не тот человек, которым являлся раньше. Сейчас я являюсь другой личностью. Вся моя жизнь кардинально изменилась, и я не знаю, в худшую или в лучшую сторону. Я не знаю, что мне делать. Я не знаю. Но иногда мне и нравилась такая жизнь, потому что ты имеешь такую силу и мощь, но, конечно, за твоими плечами такая большая ответственность за город, практически за весь мир. Я отвечаю за всеми людьми, которые находятся в опасности. Но еще у меня были и враги, которые постоянно преследовали меня. На, получай, песочный, получай! Не нападай на город, что ты делаешь? Фрис, ты думаешь, ты сможешь меня этим остановить? Жалкая ты букашка! Ха-ха-ха, получай! Куда ты летишь? Иди! Фрис... Ты так стараешься всех спасти, но жизнь ставит тебя перед выбором.